Всем огромнейший привет из солнечного Дубая, и этот видеообзор я сделаю о самой настоящей пустыне, куда я сейчас отправлюсь. Если вы ни разу там не были, досмотрите это видео до конца, я надеюсь, что оно понравится вам. Ну что, поехали? Так, ну мы отправляемся на экскурсию сафари. Водитель у нас Измаил. Исмаил, да. Маски все одели, очки все одели. Мы в самой настоящей пустыне. Что это здесь такое растет? Классно. Время 4 часа. Солнце уже начинает прятаться. Да, конечно, это была не очень хорошая идея. Брать новую камеру в пустыне. Китайцы везде. Даже в пустыне. Помню, однажды я погружалась на Мальте с аквалангом, и даже там я встретила китайцев. Их так много, что и в пустыне, и под водой. Ничего против их не имею. Просто обращаю внимание на то, что они действительно очень часто встречаются в любых странах, где бы ты ни был. Too hot for them, as you can see, still panting. I saw her feathers. Oh, I'm not. Закат в пустыне. Настоящая пустыня. Я немного по-другому себе ее представляла. Кстати, есть экскурсия, где можно еще покататься на сноубордах. Но я думаю, оставим это для следующего раза. Время в пути у нас было примерно до этого места около 40 минут. Это очень похоже на наше Сочи, только пошире. Окей. Сейчас мы спустим колеса. Помягче, чтобы было. А вон там, смотрите, сколько много тоже, да? Они прям друг за другом едут. Погнали. Кто еще не пристегнул ремни? Оба. Я готова. Надеюсь, больше без убытков. Ах ты, прикольно. Ой-ой-ой. Это впереди сидеть страшно будет. Ну, мне не страшно. Конечно. Я одной рукой держу камеру, другой держу себя. Конечно. Прикольная работа, да, у нашего водителя по пустыне гонять на крузаке. Страшно. Ух ты, ух ты! Пошел! И мы за ним.
кафе прямо в пустыне. Смотрите, сколько машин. Все приехали сюда. Также можно покататься на верблюдах и на открытых квадроциклах. Прямо красная ковровая дорожка тебя встречает. Забавно. Прямо настоящая арабская тусовка. Так, нам сказали, у нас стол номер 30. Жаль, что нет сноуборда. Да вот так бери и спускайся. Капец. Все в песке. На зубах понятно. Само собой. Hello. Выдали нам по лепешке. В основном один хлеб. Но я думаю, все равно съедобно. Вам понравилось это видео, если это так, не забудьте поставить ему лайк. Ну я, конечно, всех традиционно благодарю за его просмотр, желаю всем отличного настроения и хорошего дня.